Добрый день, друзья! Добрый день, меня зовут Татьяна Алешкина. Сегодня мой традиционный распаковочный видеоролик с заказом по второму каталогу компании Oriflame. Что у нас впереди? У нас впереди самые романтичные праздники 14 февраля, 23 февраля, да и 8 марта не за горами. И как вы думаете, что будет популярно в плане подарков в эти дни? Можно гадать сколько угодно, а мы с Юрой точно знаем, потому что мы уже собрали заказы наших клиентов и уже видим, что заказывают. Если вам тоже интересно, смотрите, поехали! Самым популярным оказался продукт, это вот этот набор Love Magnet, крем для рук и мыло с ароматом черешни. Как выражался один главный герой, недавно фильм, который я посмотрела, «Черешня по губам», говорил он, когда хотел выразить полный восторг. И вот на самом деле вот этот вот аромат, действительно, с ароматом вишни и черешни, он, вот этот вот наборчик, он действительно такой соблазнительный, действительно, черешня по губам. Не верите, проверьте, у нас их в заказах очень много. Вот я даже прямо постараюсь очень-очень быстро прям в коробке вам показать. Что еще будет популярно? Конечно же, носочки. В каталоге есть потрясающие красивые носки для мужчин и для женщин. Это я заказала себе, поэтому я сейчас вам их покажу. Наборчик. В набор входит двое носочек. Вот они. Так. Это вот носочки номер раз и носочки номер два. Очень красивая упаковочка, подарочная. И вот такие вот носочки. Смотрите, как они, какие они миленькие. И на подошве написано love. То есть, ну, на самом деле, так, love you. Люблю тебя. То есть вы сидите, вот на этих не написано, а вот на этих написано. Вы сидите дома, удобно устроили ножки в кресле, а на подошве ваша вторая половинка читает признание в любви. Ну что ж, признание любви много не бывает, согласитесь, нам всем всегда не хватает любви, и лишний раз признаться даже в такой интересной форме, почему нет? Мужские носочки черного цвета, и тоже на подошве написано красным лапью. Девочки, запоминайте эти подарки. Так, что еще популярно? Я буду по порядочку идти. Вот такие вот еще наборы, очень рекомендую. Это я себе уже заказала, потому что я в восторге от мыла с лимонной вербеной из премиальной серии с Essence Co. Вот так вот они выглядят, эти мыльца. Они просто бесподобно пахнут лимоном. В наборе три штучки. И вот этот презент вот в такой красивой коробочке с золотым тиснением, я считаю, будет уместно тоже и любимым, и коллегам, подругам и так далее. Конечно, мужские подарки включают в себя еще вот такие наборы. Наборы по уходу за мужской кожей. Их тоже в заказах много. Пена для бритья, шампунь и гель для душа 2 в 1. С углем. Почему уголь? В двух словах, уголь имеет свойство притягивать на себя грязь. То есть он как адсорбент еще дополнительно работает, поэтому здесь будет такое, знаете, дополнительное глубокое, более глубокое очищение. Интересный состав, и ну, люди оценили, потому что это не новинка, но их в заказе много. Где-то еще была мочалка из этого набора. То есть вот такой набор вполне себе самодостаточный. И я хочу обратить внимание, да, вот на последней странице здесь еще есть мыло и еще есть мочалка. Выглядит еще очень презентабельно и вполне так стильно. Черный цвет, он всегда выглядит стильно, поэтому хороший тоже подарок. В мужских водичках, вот, в подарках идет Glacier Rock. Кстати, по цене очень достойный аромат по доступной цене. Рекомендую. Это не подарки, это мы с мужем покупаем себе на постоянной основе витамины, микроэлементы, омега и астаксантин. Все, что нужно, суточная норма всех витаминов, микроэлементов, и не только, для хорошего самочувствия, для здоровья, для поддержания тонуса, сил, энергии, молодости. Это мы берем в каждых заказах. Сейчас идет акция, при заказе на 150 баллов можно заказать такую коробку витамин с 50% скидкой. Мы, конечно, пользуемся этой акцией постоянно. Из Novage, друзья мои, сейчас идет гель, тоник для умывание, глубокое очищение, антивозрастной эффект, щадящий уход, потрясающая вещь. Мои клиенты, как и я, очень любят этот гель, поэтому вы видите их, это только начало, каталог только начался, у нас уже делают вторые, третьи заказы, то есть уже следующий заказ отправлен, получим следующую пятницу, но вот уже в первом заказе, посмотрите, сколько всего. Это я покупаю ампулы с пептидами на постоянной основе, сейчас пользуюсь, скажем так, перед днем рождения очень хочется
себя привести в полный порядок, и поэтому я сейчас один курс прохожу и уже купила следующий курс для того, чтобы не прерывать и наполнить кожу как можно больше этими активными пептидами для упругости кожи, для подтяжки, для молодости, для ее здоровья. Ну, собственно говоря, на том и стоим. Так, что еще будет популярно в этом каталоге? Конечно, новинка каталога, друзья мои, вот эта вот помада. Помад много не бывает, и девушки меня поймут, да, то есть помады, сколько бы их ни было, всегда чего-нибудь еще хочется. И вот помаду купив, можно быстренько поднять себе настроение за вполне такую доступную сумму. 399 рублей, и ты счастлив. Можно ли счастье купить дешевле, не знаю. Вот. У меня заказано две помады, одну себе и одну я заказала уже клиентке. Хочу показать вам, как они выглядят. Вот такая красная, глубокая, красивая упаковка. Что в ней хорошего в этой помаде, друзья мои? Она увеличивает объем губ. За счет витамина В3 и кофеина. Два, за счет специальных микросфер блестящих. И три, за счет увлажнения. 8 часов стойкости, увлажнения, комфорта. Вот в такой вот помаде. Не терпится уже попробовать после видеосъемок. Да, вот это вот моя, это я себе купила. Это роза, пыльная роза. Вот, а это... Ягодный микс, такой более элегантный оттеночек, это клиентки. Пахнет потрясающе, очень приятно пахнет, так что сейчас буду пробовать, тестировать. Вот прямо видите, да, как я уже счастлива одной такой мысли, что я сейчас буду это тестировать. А что со мной будет, когда я ее протестирую? Поехали дальше, друзья. Сейчас в каталоге есть предложение на щетки и расчески. Специальное онлайн-предложение. Не пропустите, обновите сейчас свои расчески, посмотрите, в каком они состоянии. Я, например, вот просто в восторге от этой щеточки. У нее уже, она у меня очень давно, и слезли уже вот эти вот защитные шарики с щетинок, поэтому я ждала распродажу на расчетке, вот она настала, я себе заказала таких две, вот, потому что они потрясающие. И вот такая вот щетка для брашинга, для сушки и подкручивания, два в одну, очень нравится. Так, это, друзья мои, это триммер для лица и тела, это новинка, женская штучка, не буду долго рассказывать, девочки поймут. Очень иногда нужно убрать лишнюю растительность с поверхности нашего божественного тела. Очень много заказано паст в этом каталоге. И да, много не бывает. Зубные пасты берут впрок, они сейчас очень хорошей скидкой. Что еще девочки берут? Берут крем осветляющий в данном случае. Это Optimal серия, осветляющий крем, ночной, дневной. Я люблю серию Novage, честно скажу, то есть я всегда на постоянно пользуюсь кремами Novage. Но если кто-то не заморочен на антивозрастном уходе, то Optimals это лучший выбор по очень сходной цене, рекомендую. И есть вот очищение, умывание, да, в серии можно, кстати, да, вот я хотела показать, очень бюджетно умываться не гель-тоником, да, антивозрастным, а вот, например, универсальное средство с чайным деревом и лимоном, умывание для жирной кожи, любых возрастов, натуральная серия, то есть точно не навредит, а только улучшит состояние кожи. Вот это тоже бюджетная серия для всей семьи, не только для женщин, но и мужчин, кто, ну, скажем, не фанатеет от возрастного ухода и любит просто дарить своей коже немного комфорта, вот эта серия то, что нужно. Вот. И вот это вот тоже умывание серия, да, из этой серии, и крема. Можно пользоваться всей семьей, то есть это подходит и мужчинам, и женщинам, и мамам, и бабушкам, и дедушкам в семье, и даже детям. Вот, можно пользоваться прямо всей семьей вот этими средствами. Это семейный, скажем так, уход. Семейный уход, сюда же относятся гели для душа, всякие разные, значит, сюда же мы отнесем всякие разные мыло в Oriflame всегда пользуется большим спросом, да, вот, кстати, мыло мужское из набора, который я говорила вот с последней странички, обратите внимание, ну, действительно выглядит очень, очень симпатично, такой подарок, такой презент мужчине,
Мое мнение, это выглядит стильно, вы сами решайте. Так, вот такие губочки сейчас для умывания. Это дополнительный такой гаджет, приятный гаджет для ухода за лицом отшелушивающий. Это луфа, натуральный материал. И снимаю маски я исключительно с помощью него. И это происходит классно, быстро, удобно. И дополнительно кожа еще полируется. Зачем нужно полировать кожу? Для сияния. Значит, крем. Так, это маска для волос. Маска для волос, мед и молоко. Волосы сейчас, да, зимний уход. Нужно дополнительно включать маски, уходовые средства за волосами. По-любому, никак без них не получается. Так, что еще? Карандашики я себе заказала для губ и для глаз. Сейчас прямо каталог насыщен декоративной косметикой. Обратите внимание, очень хорошие на нее скидки. Вот. Ну, то есть, компания нас готовит, девочек, к празднованию Дня влюбленных 23 февраля. Поэтому, друзья, карандашик для глаз, карандаш для губ, помадка, увеличивающая объем. И вот такой вот еще, вот такая новинка. Без чего не может быть потрясающе красивого мейкапа, без красивых бровей. И это 100%, это я вам скажу, как человек, который закончил курсы визажистов и работала долго в этой области. И я 100% говорю, что 50% удачного макияжа – это правильно красиво очерченные брови. Купила себе, буду пробовать, наверное, сниму видео, как раз вот макияж с новым карандашом, с новой помадой. Покажу и расскажу о своих ощущениях, но это будет позже. Так, из wellness супчики, друзья мои, супчики, кушаем быстро и полезно, худеем к 8 марта. Так, вот она, это та самая мочалка мужская, про которую я говорила. Что еще есть декоратив? Да, я хотела показать, сколько много заказывают сейчас вот туши. Вот туши Giordani, выбор, причем просто обалденной туши. Вот это и On Color есть, тушь очень бюджетная. И наша любимая 5 в 1 тушь тоже со скидкой. Моя любимая тушь с подкручивающим эффектом, с изогнутой кисточкой Giordani уходовая. И посмотрите, сколько заказали туши 2 в 1, то есть объем и удлинение. Вот эти вот большие такие туши, толстые такие туши для такого очень, скажем так, детального прорабатывания ресниц. Здесь, если вы знаете, здесь вот тоненькая кисточка, она для удлинения ресничек, а потом выкручивается толстая еще, толстая наконечник, и делается дополнительный объем. Тушь, которая не требует спешки, то есть она такая основательная, но зато эффект от нее действительно классный, заметный. Так, что еще? Женские туалетные водички. Большой формат, маленький формат. Мои любимые, вот кто-то заказал, Pazes и Giordani Senza, это одни из моих любимейших ароматов, они сейчас есть в мини-формате. Я, кстати, даже вот, когда заказываю клиенты из каталога что-то, я сама иногда удивляюсь, потому что вот как-то глаз иногда замыливается, не видишь всех прелестей, всех предложений каталога, потом, когда клиенты заказывают, смотришь, ну уж, ух ты, глянь, оказывается, вот в каталоге еще это есть. Но бывает. Вот еще два наборчика. Я говорила, их будет очень много в этом каталоге. Заказывайте скорее, это закончится. Из wellness, конечно, детский wellness. Это у нас есть постоянный клиент, у которых маленькие детки, они по подписке берут и витамины, и омегу для детей. Из декоративки еще дополнительно вот такие вот есть вещи, я хочу показать. Не всегда показываю, но хочется воспользоваться. Вот смотрите, друзья, есть вот такая вот штука классная из серии The One, которая 3 в 1. То есть она и румяна, и тени, и губная помада. То есть вот этот стик можно использовать один, взять с собой и делать такой естественный, натуральный макияж с одним стиком. Очень удобно, очень удобно. Можно использовать только как румяна. Есть еще вот такой вот бальзамчик сейчас со скидочкой, друзья мои. Вся упаковка мне безумно нравится. Вот. Что в Oriflame потрясающе красивая упаковка. Вот. И да, я еще, знаете, что хотела сказать, показать. Я все мечтала побыстрее получить помаду, чтобы проверить, есть ли на ней надпись на самой помаде. Воу, да. Смотрите, есть надпись на помаде. Написано «Воу, эффект». Красиво, красиво. Мне очень нравится, когда что-то еще написано на самом теле помады. Это всегда так стильно. Так, смотрите, сейчас идет по акции. Вот смягчающее средство со смородиной всего лишь там меньше 100 рублей. Выходит при покупке любого продукта из каталога. Можно заказать смягчалочку практически вот до 100 рублей за так.
пакетики люди заказывают, готовятся делать подарки, это правильно. Лаки и закрепляющие покрытия для ногтей. Не забудьте ноготочки тоже привести в порядок. Так, еще одна тушь 5 в 1, еще одна губочка и пробник Giordani Go. Так, ну что, мне кажется, я закончила с заказами из каталога, а сейчас пришло время хвалюшек. Дело в том, что у нас закончилась в прошлом каталоге акция, по которой мы с мужем заработали, даем вот такую потрясающую колоночку. Алиса теперь будет с нами, да, такой новомодный гаджет. Друзья, я мечтала о ней, наверное, год. И когда она появилась, эта колонка в акции, я ее даже сразу не разглядела. Вот столько много было хороших предложений. Вот где-то просто уже на середине акции Юра говорит: Таня, там же есть колонка. Вот о чем ты говорила, о чем ты мечтала, когда ты заходишь на кухню и спрашиваешь: там, Алиса, какая погода сегодня? Как дела? Включи мне музыку. Вот. И пока ты готовишь кофе и завтракаешь, вот, еще общаешься с умной колоночкой, узнаешь последние новости. Чем те, которые ты хочешь сама узнать, и слушаешь ту музыку, которую ты сама хочешь услышать, а не ту, которую в этот момент крутят по радио. Потрясающая вещь, я счастлива. Еще у нас закончилась акция с термосами, у нас теперь с мужем есть вот по такому красивому термосу, ну, у нас и у наших детей, вот, кому приходится, у того и будет. У нас есть такие черные, а теперь будет еще с ним на контрасте такой термос для девочек. Был термос для мальчиков, теперь будет термос для девочек. И из подарков это не все, друзья мои, я еще похвалюсь подарком. Это тоже по акции, полотенце и да-дам, халат. Халат красивый, вафельный, такого натурального оттенка. К нему такие же, такого же цвета полотенчики хлопчатобумажные. А, да, конечно, это не первый халат в моем гардеробе, далеко не, даже не пятый. Но мне очень нравится этот оттенок, и я хотела именно в комплекте с полотенцами для того, чтобы, друзья, снимать для вас красивые видео про свою продукцию, показывать на Вэдж и рассказывать, и быть одета вот в такой красивый халат. Все в дело, все пригодится. Акция у нас потрясающая. Ну и, конечно, друзья мои, в этом заказе, который вы сделаете по второму каталогу вы получите уже каталог к 8 марта. У вас будет каталог. Не терпится посмотреть, что же там. Вот. А там, как всегда, будет снова очень много классных предложений. И в марте выходит новый каталог с ювелирными украшениями Норхен, друзья мои, с натуральными камнями, ювелирная бижутерия, высокая бижутерия. И все, кто сделает в этом каталоге заказ на 2000 и более, в следующем каталоге сможет получить 30% скидку на одно из украшений Норхен. Есть уже новинки, я смотрела, там есть несколько потрясающих комплектов интересных, необычных. Все подробности в наших группах, онлайн-партнер, люблю себя, каталоги там тоже есть. И, конечно же, я, Татьяна Алешкина, 24 часа в сутках на связи, ВКонтакте, в WhatsApp, пишите, звоните, буду рада пообщаться, буду рада ответить на все ваши вопросы, помочь сделать заказы, оформить бесплатный дисконт в компании Oriflame. Друзья, не могу не сказать, что сейчас во втором каталоге началась у нас компания Oriflame новая акция, по которой можно получить классную бытовую технику. Начиная от миксеров, заканчивая микроволновки, есть там и кофеварки, и умные чайники, и всякие грили, тостеры, и все-все-все. Подробности в наших группах онлайн-партнер и люблю себя Oriflame. Также, друзья мои, не теряйте время, заходите, смотрите, выбирайте подарки и получайте их, и хвалитесь в следующем каталоге. Всех люблю, целую, с наступающими праздниками, пока-пока!